В 5 городах России 20 марта будут организованы избирательные участки, где казахстанцы смогут отдать свой голос за одну из 6 политических партий на выборах в Мажилис. Проголосовать можно в Москве, в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске с 7 утра до 8 вечера по местному времени. Об этом на брифинге рассказал советник-посланник посольства Казахстана в России Марат Сыздыков. А дипломат пригласил ведущие российские СМИ к активному участию в освещении хода голосования, разъяснив порядок аккредитации журналистов, а также правила и процедуры. Принять участие в наблюдении за ходом парламентских выборов в Казахстане планируют около 700 человек в составе различных миссий международных наблюдателей. К слову, их аккредитация продлится до 14 марта. Представители СМИ также ознакомились с порядком регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса, избираемых Ассамблеей народа Казахстана. Средства массовой информации обязаны осуществлять объективное, полное, достоверное освещение выборной кампании кандидатов политических партий. Выборы депутатов от Ассамблеи народа Казахстана, они состоятся на следующий день после основных выборов, 21 марта. То есть такая достаточно специфичная система выборов, практически, наверное, в мире такой системы больше не существует.